что-то опа. И именно на опе мы поедем. На... I give him all my love. That's all I do do. And if you saw my love, you'd love him. Доброе утро, друзья. Не обращайте внимания на мою заспанную харю. Это не главное. А главное, то, что доброе оно. Потому что здесь... Внимание! А вот такой вид. Вот это настоящее доброе утро. Вы даже не представляете, насколько здесь чистый воздух. А сейчас идем на завтрак и отправляемся на лед. Сегодня у нас большая программа. Всем приятного аппетита! В этом году зима не сильно снежная, поэтому о том, что здесь все-таки зимушка-зима, напоминает только Байкал. Потому что вокруг снега нет. Ветром его всего сдуло. Именно поэтому в этом году, в 2019-м, офигенный лед. Байкал составляет 23 тысячи кубических километра пресной воды. Это самый большой водоем с запасом пресной воды. Он больше, чем все вместе взятые Великие Американские озера. Ученые в 2002 году, чтобы подтвердить максимальную глубину Байкала, 1642 метра, сделали замеры в озере Байкал в 1 312 788 точках. Только представьте, какой это масштаб. Насколько огромный Байкал и насколько они заморочились, только чтобы измерить глубину Байкала. Так. Красота, свежий воздух, немножко перерыв. Итак, друзья, у нас сейчас съемка для Gucci. Чего не сделаешь ради хорошей фотографии, приходится раздеваться. А здесь, между прочим, не плюс 15 градусов. Все, давай быстрее. When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough. You gotta pick yourself up, cause life gets hard. It might leave scars, could tear you apart if you let it be smart, yeah. You wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, cause that's a start, All I know is that I love making art, straight to my... Вот теперь реально парковка уровень мастер, прям посередине Байкала. А почему бы и нет? Да, посмотрите вокруг. Мы серьезно посередине Байкала находимся. Это не шутка. Лед на Байкале очень прозрачный, и он постоянно хрустит. Постоянно, каждые 5 сек какой-то хруст. У китайцев какие-то специальные ботинки, потому что здесь больше хрустят китайцы, а не лед Байкала. У них они, видимо, либо с липучками, либо... А нет, нет, не с липучками. Они у них шипованные. Йось, это шипованные ботинки. Какие-то специальные ботинки по льду, чтобы ходить. И поэтому они так смело перемещаются. Вот так, там их целая делегация, и они идут куда-то туда. Я насчет этого не знаю. Почему-то местные тормознули именно там, дальше не едут. Мы решили тоже не рисковать, потому что все-таки местные жители, они знают то, чего не знаем мы. А китайцы все направляются куда-то туда. Видимо, у них большой китайский поход. Мы вообще планировали доехать до тех гор. Вот до тех. Они очень высокие, это прибайкальский хребет. Но почему-то немножко очканули. Точнее, очканула Йосика. Она сказала, я буду выпрыгивать на ходу. Из машины. Из машины. А я бы поехал, на самом деле. У нас появилась одна идея, точнее у Йосики. Именно поэтому она сейчас тырит одеяло. Почему тырит? Серьезное время? Ну, арендует одеяло из нашего номера. И мы с этим одеялом поедем на Байкал. Потому что у Йосики возникла идея сфотографироваться на льду Байкала в одеяле. Как думаешь, поместится он у тебя в чемодан? Сделаем, чтобы поместилось. Ну давай. Ну,
Чё, Йось, как ты себя ощущаешь? Да? Как ты себя ощущаешь? Отлично. Отлично? По большому счету, зимой на Байкал приезжают только ради одного дела. Чтобы украсть одеяло из гостиницы. А приезжают только ради самого Байкала, то есть лед. На, держи одеяло. Посмотреть на лед, посмотреть на ледяные гроты. Здесь есть пещеры ледяные, ну и подводное ныряние. Но мы с Йосикой не стали нырять под воду. Еще один факт о Байкале. Зимой Байкал покрывается льдом, и трещины, монолитные трещины, могут доходить до 30 километров. Только представьте себе, 30 километров монолитной трещины. И в глубину, внимание, в глубину практически 1 метр. То есть можно попасть в такую трещину. Поэтому лучше всего, если вы выезжаете на лед, то гоняйте там, где гоняют УАЗики. Где они не ездят, значит, там ездить нельзя. Потому что местные жители, они все-таки немножко шарят, где можно, а где этого делать точно не нужно. Вот, казалось бы, февраль месяц. На Ольхоне пустота, не покупаешься. А тех красот, которые можно увидеть летом, тоже нет. Но туристов здесь просто тьма. И, конечно, для местных это единственный заработок, на который можно опираться. Я точно говорить не буду, но насколько я знаю, что местным жителям запретили в большом количестве разводить скотину. Но это не точно, друзья. Можете посмотреть в интернете, написать в комментариях, так ли это или нет. Это, конечно, капец. Туристов здесь очень много, и львиная доля туристов — это, конечно же, китайцы. Среди всех этих камер я чувствую себя лошарой, потому что их камеры намного лучше, чем мои. Всякие разные, квадратные, круглые, маленькие, большие, беззеркальные, зеркальные, цифровые. На любой выбор, друзья. Это гопникам на заметку. Обычно на этом месте все фотографируются, вот на этом. Но сейчас необычное время, поэтому сфотографироваться не получится. Так, теперь нужно перекусить. Мы нашли с Йосикой для себя одно очень крутое кафе. А, крутое оно в плане кухни, да. Вот здесь очень вкусная кухня. Называется она Сарма. Если будете на острове Ольхон, то в любом случае посещайте кафе Сарму и заказывайте позы. Потому что здесь самые вкусные позы. Если вы заказали себе позы, то будьте готовы к ожиданию. Примерно 25-30 минут. Спасибо, до свидания. Очень вкусный позы у вас. Итак, давайте подытожим, сколько у нас получилось по деньгам съездить на 2 полных дня на Байкал. С учетом того, что мы живем в Иркутске, нам не пришлось тратиться на билеты на самолет. Если вы живете в каком-то другом уголке планеты, будь то Москва и так далее, учтите, что это минимум еще 1020 вам придется потратить, чтобы прилететь в Иркутск. Аренда автомобиля нам обошлась на 3 дня, получается, мы ее брали, чтобы выехать с утра, в 9000 рублей. Плюс бензин — это примерно около, ну, 3-4 тысяч рублей. Мы еще не заправлялись на обратную сторону, поэтому посчитаем 5000 рублей. 5000 плюс 9 – это уже 14 тысяч. Плюс продукты, которые мы с собой брали. Но, если честно, продукты с собой брать не нужно, потому что там еды на Байкале, кафешек поздних и даже в гостинице, в которой мы были, еда, в принципе, не сильно дорогая, такая же, как в самых обыкновенных кафе города, что меня сильно удивило. Поэтому еду мы не считаем в этот список. А гостиница у нас вышла, получается, в 16 тысяч рублей за 2 дня. У нас гостиница была Deluxe, гостиница называется Байкал Виев. Очень удобно то, что там есть ресторан, и там можно поесть. Завтрак, кстати, включен. Завтрак очень хороший, можно набрать себе хоть на весь день.
и поесть. Поэтому за продукты, друзья, вы не парьтесь. То есть получается 14 тысяч плюс 16, того 30 тысяч ровно. То есть на 2 дня за двоих человек у нас вышло 30 тысяч ровно. А это не маленькие деньги. С учетом того, если вы едете откуда-нибудь с Москвы, это еще плюс 20, то есть это 50. Это если еще один человек, да, если на двоих считать, то это еще 20 тысяч на билеты, то это 70 тысяч рублей. Но стоит ли приезжать на Зимний Байкал? Я считаю, что стоит, потому что другого такого места в мире, представьте себе, в мире нет. Поэтому Байкал 100% необходимо посетить, как летом, так и зимой, потому что природа абсолютно разная. Меняются времена года, меняется и Байкал. Это чудо света, которое в скором времени может не оказаться. Я надеюсь, что этого не будет, но с учетом нынешних развитий, глобализации Байкала, а именно постройки завода на Байкале, который сейчас активно обсуждается в интернете, я думаю, что стоит вам приехать, потому что рано или поздно, друзья, все может случиться в этой жизни. В принципе, все. На этом наше путешествие закончено. Мы сейчас едем посреди Байкала, и виды здесь, конечно, нереальные. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока и больше путешествуйте.